Абутилон – это растение из семейства мальвовых. Особенностью этих растений является то, что цветы у них появляются только на концах молодых побегов. Если вы хотите получить пышный цветущий кустик, то необходимо делать своевременную обрезку. Некоторые сорта абутилона нужно формировать на ранней стадии, так как они могут вырасти до 1,5 метра в высоту. Стебель у таких растений будет оголенный, а цветение так и не наступит. Если обрезать абутилон на высоте 20-30 сантиметров, то у него могут проснуться только две верхние почки. Согласитесь, что такое растение выглядит тоже не очень привлекательно. Более короткая обрезка на уровне 10 сантиметров стимулирует к пробуждению нижней почки. Впоследствии из этих почек вырастут молодые побеги, на концах которых абутилон и будет цвести. Обрезать абутилон мы будем примерно на этом уровне. На примере обрезанного абутилона очень хорошо видно, как почки проснулись и тронулись в рост. Обрезку выполняйте выше на 3 сантиметра последней почки. Делать это лучше в конце зимы или начале весны. Теперь у этого абутилона обязательно будут расти боковые побеги. Оставшийся обрезанный черенок можно использовать для размножения. Берем самую верхушку черенка длиной 15-20 см. Несколько нижних листьев нужно удалить. Такой черенок укореняют обычным способом в тепличке. При своевременной и правильной обрезке кустик абутилона будет пышным. На каждой веточке образуется по нескольку цветков, и каждый из цветков держится до 10 дней.